Каждая женщина прекрасна. Каждая женщина должна быть любима. Каждая дерзка и своенравна. Но любая женщина в любой ситуации всегда остается собой. Многогранной, глубокой и бесконечно нежной. Дорогие друзья, следующее конкурсное задание – рок-н-ролл. Дерзкая. Я думаю, что многие сейчас увидели своих подруг и дочерей в новом амплуа. Ну что ж, уважаемые господа, мы продолжаем наш конкурс. И, Михаил, я заметил, вы переоделись. У нас же конкурс «Мисс Северсталь», а не «Мистер». Но вы знаете, Олег, я решил привнести какую-то изюминку в этот конкурс. Михаил, какой изюм? Судя по вашему пиджаку, гороха вы внесли в наш конкурс. Но вы знаете, Олег, я тоже не мог не заметить, что вы сменили галстук. И хочу сказать, что пятна томатного сока на белой рубашке от этого стали еще более заметны. 1-1, Михаил. Друзья, ну а сейчас немножко отвлечемся от переживаний за наших участниц и посмотрим истории страсти и любви в исполнении школы-студии «Тодес. Город Череповец». Si no creyera en la locura
de la garganta del sinsonte. Si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio. Qué cosa fuera la masa sin cantar, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carnes con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera. Qué cosa fuera la masa sin cantar, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor despasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera. Qué cosa fuera la masa sin cantera. Аплодисменты, друзья, не смолкают. Потрясающе страстный номер. Что вы меня отталкиваете, Олег? Кстати, Михаил, я думаю, что нам, как истинным ценителям настоящей женской красоты, очень повезло провести данный конкурс. Вот скажите, Михаил, хотелось бы разобраться, вам какие девушки больше нравятся? Ну, мне нравятся высокие, как я, стройные, как я, черненькие, как я. Ну, а судя по вам, Олег, вам нравятся маленькие и лысенькие. Почему вы так решили, Михаил? Это весь зал сейчас слышал. Ну, потому что, Олег, только с такими девушками я вас и видел. Михаил, я вас даже с такими не видел, честно говоря. Ну, что я могу сказать, Олег? Не будем добавлять страсти в наш с вами разговор. Добавим страсти лучше на сцене. Продолжаем, друзья. Конечно.